Фестиваль прошел под лозунгом «Говорим мы на разных языках, но мы всегда вместе». Организовали фестиваль студенты факультета национальной культуры Камрадского государственного университета. Мы все разные, но мы все студенты Камрадского государственного университета. Давайте друг друга понимать, дружить вместе. И нам, конечно, хочется надеяться, что и ребята, наши студенты из других стран, иностранцы, примут активное участие в следующих такого плана мероприятиях. Как отметила декан Камрадского государственного университета Зинаида Арикова, такие фестивали дают возможность студентам почувствовать себя единой, дружной семьей. В Камрадском государственном университете обучаются студенты всех национальностей, но их объединяет одна дружная студенческая семья. Фестиваль об этом подчеркнул. Сегодня исполнялись песни на 7 языках, и студенты подчеркнули свою дружбу, подчеркнули инициативу и подчеркнули то, что они действительно дружны, они действительно находят общий язык, проявили любовь к своему университету. Сами студенты отмечают, что благодаря таким праздникам студенты из разных стран становятся ближе друг к другу. Мы сегодня танцуем, у нас фестиваль межэтнических отношений под лозунгом «Говорим на разных языках, но все равно мы вместе». Этот праздник для нас, не только для нашей группы, но для всех студентов, это значит объединение. Неважно, из какой страны пришел студент, чтобы он учился у нас в Молдове, главное то, что все мы одинаковые. Неважно, на каком языке мы разговариваем, о чем, как мы думаем, мы делимся друг с другом нашим опытом, и это главное, я думаю. В этот прекрасный праздник я пожелаю всем быть вместе, быть очень активными и веселиться вместе. Я бы, наверное, пожелал бы всем студентам терпения, удачи. Сейчас всем предстоит сдать сессии зимние, поэтому всем удачи. И всем, конечно же, усидчивости и желания, и энтузиазма. Для нас этот праздник очень прям затрагивает нашу душу. Все мы вместе, все едины. Неважно, кто мы такие, какой национальности, какой бы религии мы не были. Мы все вместе, мы друзья. Фестиваль дружбы был проведен уже в 5-й раз и стал доброй традицией для всего профессорско-преподавательского коллектива и студентов Камрадского государственного университета.